Ребята, шикарный день. Три анекдотика для настроения. Значит, очень мудрый анекдот, многие могут не понять. Значит, завтракает Коля. Ну и жена такая: дорогой, приятного аппетита. Он такой: пусть твой новый муж воспитывает твоих детей. Слушай, ну не нравится суп, не ешь. Второй. Значит, собрание где-то в колхозе. И два вопроса на повестке дня. Первый вопрос — это, значит, разведение нутрий. А второй вопрос — это рекомендация Фиме и разрешение на выезд ему в Израиль. Ну, значит, встает Василий и говорит: нутри — это прежде всего мех, очень классно. Второй — это мясо. Вот, и третье — они еще и симпатичные. Так, первый вопрос решен. Второй вопрос. Фима, вставайте. Так, Фима, вот вы уезжаете в Израиль. Вот у вас есть жигули. Что вы будете с ними делать? Это отдам колхозу. Так, а вот и дача у вас есть. Что вы будете с ней делать? Отдам колхозу. Так, а деньги? Деньги. Ну, вот та часть денег, которая разрешено провозить через границу, я заберу. Остальные отдам колхозу. Тут с заднего ряда чувак поднимается: Петрович, а нахрена нам эти нутрии? Давай разводить евреев. Третий анекдот. Прикольный. Значит, два грузина лежат, ни хрена не делают. Пьют вино. Солнышко, хорошее настроение, сациви, там все. Один говорит: Кацо, а кем бы ты хотел быть? Я? Наверное, змеей. А почему? Она даже когда идет, лежит. Всем привет! Всем мойте руки!